Мисс Трикси, благодарю вас за то, что вы приняли мое приглашение. Хочется верить, что ваше пребывание во Фридонии было приятным. О, да, здесь очень мило. Итак, слушаю вас. Нас редко посещают гости столь прекрасные, как вы. Могу ли я что-нибудь сделать для вас лично? Нет, спасибо. Хотите, я покажу вам мой замок? Вы уверены, что ничего не хотели бы посмотреть? Да нет, ничего. Даже новую статую Феникса? Я слышал, она вас очень заинтересовала. Меня? Нет. Вы хотите сказать, что даже не взглянули на нее? Я уже сказала нет. Охрана! Арестуйте эту девушку! Вы слишком усердно рассматривали эту статую, моя дорогая. Вы не имеете права! Отпустите меня, я американка! А мы здесь во Фридонии, фридонцы! Гонщик Икс был прав, я действительно очень отстал. Еще одно препятствие. Кто-то действительно не хочет, чтобы я добрался до финиша. Папа, это я, Спиди. Спиди, куда ты пропал? Это долгая история. Кто-то использует эти гонки для того, чтобы перевести через границу суперновое мощное оружие. Но кто? То ли гонщик Икс, то ли Дерк Свегард. Я не знаю. Пап, ты далеко от меня. Да, мы отстаем от тебя на 4 часа. Передай, что Трикси говорила. Трикси передала нам из дворца, что видела, как они собирают гигантскую лазерную пушку. Гонщик Икс был прав. Она не сказала, где? Связь оборвалась, и больше я не смог связаться с ней. Боюсь, с ней что-то случилось. Рацию отдайте мне. Приятного времяпровождения. Только бы мне успеть. Сейчас попробуем. Я почти у цели. Турбодвигатель. Что такое? Где толпа? Где другие гонщики? Руки вверх! Вы арестованы! Вам это так не пройдет. И тебя тоже поймали. А вы, ребята, что здесь делаете? Нас арестовали, как только мы достигли финиша, а машины наши конфисковали. И принц Руперт смог забрать остальные детали? Не знаю, о чем речь. По правде говоря, мы все тут просто одурели, как гонщик Икс. Гонщик Икс! Я держу его! Молодчина, на Спиди! Иди туда! Без шуток, минутку. Значит, Руперт уже собрал все детали лучевой пушки. Нужно найти ее и уничтожить. Но где она? Ничего, поищем как следует и найдем. Стойте, Трикси знает, где пушка. Мне кажется, она тоже арестована. Тогда давай найдем ее. Начинается новая эра в жизни моей страны. И во знаменование этого мы открываем памятник. Он олицетворяет наш национальный символ. Птицу Феникс. Как Феникс восстает из огня своего собственного разрушения, так Фридония поднимется из пепла войны. Войны, которую мы начнем против наших соседей, в особенности против ненавистной Сильвании. Фридонцы! Вы когда-то пострадали от рук сильванских агрессоров, но ни один не пострадал так, как я. И теперь пришло время расплаты! Вводится военная!
военное положение. Приготовьте оружие! Спиди сюда! Спиди, наконец-то! Кто это в маске? Не знаю, но он за нас. Трикси, где лучевая пушка? Она в статуе Феникса на Дворцовой площади. Но там повсюду столько охраны. Возможно, нам придется подождать подмогу. А вдруг они начнут стрелять? Нет, не думаю. Мне нужна моя машина. Я найду ее, а ты освободи Трикси и спрячь в безопасном месте. Спиди, подожди. Прямый парень. Весь в отца. В отца? Вы знаете отца Спиди? Знал когда-то. Отойди. Вот она. Целая и невредима. Хорошая машина, Спиди. Просто чудо техники. Я оставляю ее себе. В качестве оплаты за доставку составных частей лучевой пушки. Оружие готово к действию. Отлично. Отправьте в Сильванию первое предупреждение. От меня тебе не уйти, Рейсер. Ты проиграл, Свегард? Сдавайся! Хуже будет! Да ладно! Неужто ты до сих пор веришь в честную победу? Ты идеалист, малыш. Ты всю жизнь был честным. И посмотри, к чему это тебя привело. Прячешься, как испуганный кролик. Негодяй! Машины, подлец! Взять его! Говорит международная полиция. Не двигаться, руки вверх. Следующая цель — Большой дворец в Сильвании. Отлично! Я хочу сам нажать кнопку. Нет! Взять его! Спиди. Не знаю, как выразить тебе мою благодарность. Видишь ли, я привык к своей машине. Ты молодец. И теперь здесь будет мир. И все благодаря тебе. Эй, вон едут попсы из парки. Ну что ж, мне пора. Постой, кто ты? Друг. Мы увидимся? Кто знает, Спиди. Только финиш определяет победителя. Увидел привидение? В чем дело? Только финиш определяет победителя. Это папины слова. Я видел человека, который летает. А? Да, это был человек. Кто это? Спиди? Пока не знаю, но когда-нибудь я это выясню.